Нужно двигаться дальше. Поскорее пройти Вольфенштейн. Вольфенштейн. Так. Так, ну что? Берем пистолет. Ищем гребаных офицеров, или как их там зовут? Как их там называть? Ну, сколько тут всего? Сколько тут? Ну, там один наверху. Сколько? Так, одного вижу. Где еще один? Так, лаги. Хватит. Так. Один, да? А еще один где? Засранец, а? А сейчас он сюда, походу. Спустится, да? Или где? Вот он. Все, тревогу уже. Ну, по крайней мере, это точно не поднимет. Осталось найти еще одного. Так. А нам сюда нет? Нет. Хрен вам. А тут пулемет, в принципе-то. Не, ну сначала бы надо по-хорошему найти офицера, который может. Я не знаю, что эта тревога дает, видимо. Народу, что ли, больше сюда набегает, или я не знаю. Мне кажется, он где-то в той стороне был. Но вообще, мне кажется, в ту сторону нужно идти. Нет? Как вы считаете? Блин, ну я его, честно, не вижу. А, подожди. Нет, это не он, жалко. Так, давайте попробуем посмотреть с оптикой. Тут хрен знает, где он, а? Ну... Мне это бесит, честно. Ладно. Скобочка, конечно, написали, смешно. Так, ладно, ну пофиг тогда. Давайте долбить с пулемета. Все тут засечь. Ну, в принципе, давайте, я думаю, сначала нужно их просто их поснимать. Только вот, правда, глушителя здесь нет, жалко, да? Или есть? Нет, наверное, нет. Так, хорошо, давайте сначала снимем. Ладно, чем тут? В принципе, сейчас мы... Так, тот чувак. Если сейчас не удастся его снять пистолет... Хотя, фига на пистолет. А, вот это. Все, короче... Берем за пулемет. А, это нельзя даже сесть за пулемет. Ну, а этот еще не дохнет. Ой. Прицел трясется. Эй, давайте с бедра. Тут даже с бедра можно припомнить. Вау, честно, да, восстанавливается. До 25 максимум. Вау, грена, грена. А чё он не дохнет? Вот это опасно. Опять. Так, ладно. Предлагаю сделать следующее. Во-первых. Заколебали. А, во-первых, вот. А, подожди, грен у нас. А, вон офицер. Во-первых, грен у нас, по-моему, нету. А вот он где-то здесь бегает. Вон он. Блин. О-о-о, завалили. Ладно. Давайте еще. Самое на.
начала. Next to Schmidt's and Old Baker Shop. Все, поэтому берем. Что мы берем? А, эй, что это было? Я ж дробовик. А, патрон что ли? Понятно. Ой, нельзя выбрать. Давай, будем сейчас устраивать тут замес жесткий. Так. Отсюда будем их мочить. Вот он где. Ну-ка, стой. Молодец. Отхватил. Так, с них патрончики. Ну, можно знать среднее такое. С число прибыль. Какая у нас патрон? Выпускаю примерно по... Так, это опасно. Хрен нету. Выпускаю примерно по 10 патрон, да? Так, ну с этого сейчас мы... Нет, это не то. Фу, нормально. Так, теперь берем вот это. И у него здесь... Тихо. Стоп. Подождите, у меня нет патронов, стоп. Вот так, тут баллон есть. Так, а, точно. Так, тут собираем... Улучшение брони, щит. Надеюсь, ты не успел гранату. Да, что там? Кто там? Так, ты еще, да? Так, с тебя тоже надо собрать трофей и, пожалуй... Кто пернул? Кто это сказал? Так, патрон вообще у нас что-то мало, я так заметил. Заткни, где... нифига себе там замес. И ты еще тут. А, ну можно и так. Прикольно тоже. Ну, давай наверх. Наверх. Вроде пап. Да, с реакцией у парней проходит. Ладно. О, сейчас вот с этого. Сейчас он взорвется, да? О, это... Блин, ребят, что за хрень? Чё это такое? Чё я не могу пройти-то? Самое главное, очень быстро урон с меня сносит. Очень быстро. Что-то не понятно. Так, ну не знаю, тактику что ли разработать? Чё делать-то? Или вообще куда нам? Ну хорошо, давайте так. Давайте вот так. По сути, заметить тоже. Так, что это было? Где там наш перец? Да вот же он. Ну, надо подождать, пока он сюда лучше придет. Так, а тут у нас... А где у нас тут офицер? А вот он. Это все. Так, и еще один мы знаем где. Самое главное, чтобы... А, да, пошлите его снимем. Он же там где-то наверху ходит, точно. Так, вот это немножечко проблемка вот с этим. Ну ладно. Сейчас мы офицера со снайперки, в принципе, и снимем. Он меня не видит, да? Бляха, да что ж вы такие быстрые? Это где? А, ну где ж? Блин, ребят, если я сейчас... Эй, ты чё ещё живой? Смешно вообще. Блин, я не пойму, где еще один? Он же там был, наверху.
Так, вы что, охренели, что ли? Я не пойму. Нет, ребят, я не могу. Это мне смешно же просто. Я не могу это пройти. Блин, это бред. Ну где? Где еще один офицер? Он же наверху там был. Что за ботва? Ну, пошлите обойдем, что ли. Ну, что это такое? Еще даже не все. Охренеть. Бред какой-то, честно. Ну, давайте пособираем здесь что-нибудь. Медикаментов нет. Капец какой-то. Вообще жесткое что-то. Началось. Где вообще мне взять? Я даже не знаю, что. Так, сейчас по-любому сзади бегут меня. Да ёкарный ты карась. Ну как они... Как же меня даст? Да кому? Кто? Кто? Вот кто это говорит? Блин, ну ёптить. Ну короче. Это бесконечно. Блин, опять завалили. Ребят, да вы охренели. Третий раз! Так, все, все, сейчас дело просто. Работаем, проходим дико. Дико быстро, меня уже это бесит, честно. Так. Я уже не могу, честно. Может быть, мне не надо их тревожить? Я просто титры не прочитал что-то. Да пошли вы все нафиг. Вот как? Вот это вот как? Объясните мне. Вот как они увидели? Вот откуда он тут взялся? Его вроде тут не было, да? Слушай, я не понимаю. Меня эта игра бесит. Я все удалю нафиг. Че, бомбить уже начну? Не, ну, посмотри, ну что это? Ну, ёпта. Ну, не могу же, я не знаю, что это. Меня эта игра бесит. Бесит своей тупостью, тем, что я убил какого-то чувака с глушителем здесь, вы понимаете? Зачем? Вот скажите, зачем мне глушитель? Вот не знаете, нет? Вот честно, мне... Я не знаю, вот... Вот вы, у вас есть логическое объяснение? Да? Ну, у вас есть логическое вообще объяснение, для чего здесь нужен глушитель? Для чего? Просто мне интересно, я не понимаю. Если это глушитель, значит он делает все бесшумно. Соответственно, меня никто не должен был слышать. Но здесь какого-то батрака, непонятно. Так, с этим фигово. Вот медикаменты. Проблема в том, что я пока вот это вот собираюсь мочить, мне мешают вот эти маленькие солдатики. Ну как маленькие, я имею в виду. Штурмовички вот эти с автоматиками. Вот смотрите. Ну это-то ладно, да, я согласен. Там наносит мне нормально. Все равно... Смотри, как с ним. Ну давай вот так. Нет, не нравится тебе, падла? Все, вроде дулся. Так, ну допустим. Хорошо, берем с ним патроны. Так, режим. То есть вот это вот непонятка. То есть непонятка в том, что. Ну, я уже, вы поняли, да? В чем прикол вот этих вот глушителей? Ну это бесполезно. Значит, пока я не убью его, видимо, они так и будут сюда лезть. Вопрос только, как, где его найти вообще? Причем патроны с них дают, но я не понимаю. Вообще, по-моему, там просто ничего с них не дают. Ну вот что это такое вообще? Их вообще ни хрена не дали. Это я играю на... Сначала было легко, теперь вот что-то сложно. Блин, ладно, погнали, обходим. Я не знаю даже, что уже делать. Пошлите искать его, этого ублюдка. Нет, посмотрите, они бегут, и вообще по барабану. Ну, понятно, что по барабану, я имею в виду... Так, где-то он пальнул. Вон он. Да, нет? Да, или это не он? Нет, это не он. Самое главное, оружие падает мне под... А, ну. Кто палит, я... Понятно. Всё. В общем, ребят, дикий замес. Значит, как вы проходите, если будете проходить это дерьмо? Не знаю, что вам даже посоветовать. Конечно, молодец, блин. Заваливаю просто миссию, все. Где вот эта сука? Вот я, у меня просто, извините, слов других нет. Где? Ну где он? Это вообще тупой какой-то. Я ни хрена не понимаю. Я даже забыл, что мне надо делать. Честно. Ну кто? Где вот он? Объясните мне. Где этот маленький ублюдок? Я его сейчас отымею, если найду. Козел, а?
Так, ну-ка иди сюда. Блин, ты ёбаная. Чё? Долбаная. В бошку попал. Где этот жиробас? А, это... ну чё это было вот сейчас? Я даже не понимаю. Так сколько вас? И где этот жирный, кстати? Ну, ну где, где, где? Объясните, где? Сейчас тебя автоматом отымею. Где эти? Чё, лаги какие-то начались? Просто ни с того ни с чего. Просто лайки. Я удалю эту игру. Нахуй. Скорее пройду. А я, кстати говоря, все игры. Сука, чё такое? Блин, я не хочу тебя проходить. Дебильная эта игра. Ну где вот он? Где? Вообще, чё мне делать? Я забыл. Гницкие какие-то. Дебильные. Не знаю. Так, все, это бум-бум уже? Так. Короче, ладно, что мне делать? Надо думать. Надо думать. Можно было вообще сюда пробежать, да? Нам сюда ведь? Так. Да, можно было пробежать, в принципе. Так что... А, ну тут... А, он сюда убежал, офицер этот. Все ясно. Короче, там жопа, чуваки. Мне точнее. Я сейчас забью, походу. Если я сейчас сдохну, или я буду дохнуть, я, наверное... Вы, наверное, это видите? Блин. Вот только, столько автомат стоит взять, все, поналить... Бля, муж, говори. Идите все в жопу. Дико заходим, месим. Кто там палит? What's that? Kill as many Nazis as I can? No, I said... Can't hear you, Kessler. Lots of static. Непонятно, зачем он это сделал. Так, все, он сказал вроде тихо быть. Подожди, мы опять... Бляха, мы опять... Я знаю, куда, блин, пришли, я не знаю. Вот шо это? Шо это? Шо это такое? Так. Так. Благи, сыны, блин. Так, ну, короче, здесь были. Кстати. Так, это не то. Отлично. Все. На дальше. Давайте эту пушку оставим пока, ну, на всякий случай. Все, теперь нам нужно, я не знаю, что делать нам нужно. Нам... Ух, смотрите, броня, нифига круто. Теперь броня у нас тоже... Нарастает. Так. О, круто. Так бы я не думал, что здесь в окошке даже можно лазить. Привык подбирать все. Все, даже... Даже если то, что не нужно. Ну, хорошо. Итак, для этого у нас есть вот этот вот бум-бум. Знаете, мне кажется, что нужно сейчас нам обойти их, потому что слишком много... Только вот вопрос, куда? Козлы, здесь закрыто, да? Фигово, фигово. Блин, ну я бы тут побегал, но вопрос только в том... Вопрос в том, куда мне... идти. Тут я вижу полно аптечек. Я думаю, пока их не стоит собирать. На всякий случай поставим их. Ну, если вдруг замес будет. Ну, я так понимаю, нам куда-то вперед, да? Здесь, если... А, она вообще, по-моему, сюда, да? Я забыл вообще задание наше. Честно. Так. Так. Найти дом агента второго. Новое. Второго. Новое. Блин, но... Вот хрен... Хрен знает. Хрен знает просто. Знаете, может сюда как-то надо залезть? А, кстати, у нас же указатель. Так, значит нам...
Нам начнем туда. Че, меня что ли будет? Эй, похоже. Так, все. Нам бы глушачок. На снайперской, тогда все было бы шикарно. Кстати, эти чуваки уже так работают. Ну, заметили то, что у них их уже не отключишь, по-моему. Забираешься просто на какой-то камушек. Где логика, я не понимаю. У меня был шанс, но я его просрал успешно. Ладно, переждем пока еще. Как? Это кто сейчас сказал? Уже там кто-то? Итак, запасаемся здоровьем. И попытаемся отсюда максимально быстро свалить. Только вот куда? Да, и... До свидания. Надеюсь, кто-то громила не полезет за нами. Ну, есть. Вот так вот надо проходить игры быстро. Ну, я имею в виду вот эту игру. До свидания, сэр. Мне некогда, сэр. Ну, короче, сюда нам. Ну вот, собственно, и все. Понятно теперь, как надо было проходить, а я тупил. Прошу прощения. Бесит. Ой, блин, какие... Туда, что ли, назад идти, ёкарный. Кстати, куда я забыл? Не понял. Так. Войти в убежище агента второго. Эй, подожди, я не понял, я же... Да, все правильно. Так, а какие большие, она вроде сказала, жили? Вот эти, что ли, ворота? Мне показалось большие. Он сказал. Ну ладно. Да, отлично, все нормально. Так, вот здесь это окно. Прикольно. Так. Крысы. Bloody hell. Where's your shirt, you handsome sod? Pippa, you're agent too. It's nurse Inga now. Rest your feet for a moment. Have some tea and biscuits. Чай. Ого. So this is where they transferred you. Yeah, 6 months now. Haven't seen you since the London HQ party. Oh, that was a riot. Wesley spilled beer all over my Bristols. Clumsy twit. I tried to save him, Pippa. I know you did, love. I'm sorry. This is not the time for maudlin stories. Listen, I know what you're after, Blasco. The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching for is located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. But for God's sake, put some bloody clothes on first. There's a shirt in the chest over there. Так. Что-то я пропустил, что ты сказала. Нет, последнюю фразу я имею в виду. Собираем тут все. Ну нет, нормальная игра, да. Но... Бывает косяки. Лично у меня. Так, ну чё, чё тут можно сделать-то у вас? Мне кажется, ты нам немного врёшь.
А как же две пушки? These hinges are rusted. Come help me with this, Blesker. Давай трубой своей. The tunnel is a 9.4 meter swim to the well in the tavern's backyard. Return to me once you've obtained Helga's folder. And don't you fucking drown on me now, you adorable tosspot. Да, быстрей. Пушки отняла у нас. Them hinges don't rust till I get back. Под водой говоришь? Ну давай быстрей. А, то есть мышку надо вниз опустить. Все, погнали. С трубой справимся. Опять как в начале. Отлично. Так, все супер. Если мы будем куда убегать, давайте лучше тут немножечко местность очистим. Во-первых. Ой. Случайно. Так. Отказка. Cousin Wilma on the dive bar in Mesquite. Earned my first dollar there. Сэр, зачем вам труба? Sweet, sweet candy. За пазухой бы дробовик спрятал, я не знаю. По-любому сейчас замес какой-нибудь начнется. Куда мне идти-то? Наверх что ли? Судя по этой катсцене, да. Ой, не катсцене, а это за скриптованным этим всяким действием. Ты не узнал, что у нас новый официант? General Strasse will Ergebnisse sehen. Да нести ты. Und bisher ist mit ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie jammer. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. General Strasse will Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, das werden Sie schon sehen. Warten Sie. Fuck. Чё? Стоп. Стоп, стоп, стоп. А чё он не... Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Я не понимаю, что вы говорите. Probieren Sie den Wein für mich. Ой.
Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Bocken. Trinken Sie aus. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Das stimmt, der Biosch. Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Что тут чувак делает? Смотрите, вообще какой-то странный, парализованный. Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Что ты сказал? Because, my dear incompetent Schreiner, he's not a waiter. Oh. He's a spy. Did you really think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Ты чё? Он, по-моему, меня вообще не видит. Смотрите, у него вообще он какой-то наркоман. Смотри, смотри. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich beine. Ой. Erschießen Sie ihn! Чё ты делаешь? Прицелься, ёптвоё. Чё вообще произошло? Ой. Mit Dynamit gesprengt, das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, die ganze Stadt. Raus, schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Kessler, can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Do you copy?